Приветствую вас, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня вы увидите обзор автомобиля Хорг 108, модификация 40 от фирмы ICM. Модель в 35 масштабе. Вот, сейчас проведем обзор. Упакована в хорошую, крепкую картонную упаковку. На бокс-арте мы видим автомобиль в зимнем камуфляже. Автомобиль Хорг с тентованной крышей. Как видите, хорошая крепкая упаковка. Без проблем перенесет доставку по почте. И литники к вам придут целыми. Как обычно, у ICM хорошая инструкция в виде небольшого журнальчика. Здесь кратко технические описания автомобиля. Как бы такой интересный внедорожник, который можно отнести к полугрузовому классу. Предназначен для перевозки 8 солдат. Полноприводный. Интересный автомобиль. Ну, как обычно, у ICM очень хорошая информативная инструкция, где все подробно, хорошо указано, как, куда ставить детали. Деталей в автомобиле не сильно много. Поэтому я думаю, даже этот автомобиль неплохо подойдет и для начинающих автомобилистов. Но хочу сразу предупредить. В этой модели я посмотрел, почитал на форумах, что очень сильно хрупкий пластик. Поэтому с ним надо осторожно работать и с хорошим острым инструментом. Также нам предлагают окраску в двух вариантах серого цвета на 40-42 год и два варианта, один в зимнем камуфляже и один уже в варианте 43 года. Ну, начнем с литников. Сначала посмотрим, здесь дана как бы остекление на двери, но изучив фотографии, я понял, что двери, они сделаны из брезента, а стекла, скорее всего, это не стекла, а даже какая-то плотная клеенка. Ну и фирма ICM тоже сделала в виде клеенки. Пять покрышек. Резиновых. Одна запасочка. Даже как-то интересно ставится внутри в кузов автомобиля. Ну, резина как бы ничем особо не выделяется. Ну, простые резиновые покрышки без надписей. Не знаю, как на настоящем автомобиле, похожи они нет, но в принципе пойдут. Вот литник с тентом и с дверями. Ну, литье у фирмы ICM хорошее, мне нравится. Я уже собрал не одну модель этой фирмы. Если аккуратно, то с пластиком можно работать. И получаются хорошие и достойные автомобили. Утяжен, следов толкателей. Точнее, следы толкателей всегда у них хорошо, грамотно спрятаны. А утяжен и стыков пресс-форм особо
не видно. Плитник второй. Тоже все очень хорошо сделано. Решетка сквозная. Все хорошо отлито, отпечатано. Расшивка хорошо выделена. Смывку будет очень удобно делать на ней. На этом литнике винтовки, маузер, карабины. Тоже довольно-таки будет богатый, интересный интерьер в автомобиле. Судя инструкции, эти винтовки ставятся в салоне автомобиля в специальные подставки. Довольно неплохо сделаны. Таких два одинаковых литника с дисками от колес. Модель интересная. Вот этот литник, наверное, не будет использоваться, но хочу заметить, или кому нравятся автомобили с открытым верхом, с этого набора можно сделать или вариант с открытой крышей, как кабриолет, или как второй вариант с закрытыми дверями и с закрытой крышей. Это очень хорошо и удобно, что положили этот литник в этом наборе. То есть можно было даже написать, что два в одном. Так как ранняя фирма ICM выпустила Хорк с открытой крышей, а позже вот этот с тентом. Вот здесь вот мелкие детали, рама, сиденье, части от двигателя. Все хорошо, все красиво. Вот, как я и говорил, следы толкателей все спрятаны внутрь. Что удобно, экономит наше время, чтобы их не заделывать, не прятать, не шпаклевать. Модель интересная. Модель интересная, поэтому любителям я ее порекомендую. Декаль дана на автомобили Люфтваффе и на армейские варианты автомобилей. Модель вы можете приобрести в магазине «Я-моделист». Цена гуманная. Вот распаковывать не буду. Стеклянный литник со стеклянными деталями, ну, чтобы они не поцарапались, пусть лежат в пакетике, но стекло хорошее, прозрачность хорошая. Так что посмотрите обзор, ну и думайте сами. Кто еще не подписался, друзья, подписывайтесь на канал. Как многие уже заметили, видео у меня выходят часто, на разные тематики. Поэтому подписывайтесь, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Ну, а за это вам, друзья, большое спасибо и всех благ вам и вашим близким.